С этим представляем котлы паровые на 400 литров. Котлы работают под паром. То есть сюда у нас идет подача пара, сюда у нас выходит пар, внизу конденсат-отводчик. И здесь, значит, мы давлением пара регулируем температуру нагрева. То есть можно выставить будет либо 1,5 бара, либо 1 бар. Ну, то есть будет, дойдет до 1 бара, отключится, потом... Когда упадет давление, опять как бы включится. То есть, ну, это вакуумный клапан, аварийный клапан. Крышка на гидролифте открывается. Труба слива 2,50 у нас. Кран слива 2,50. Ну, это гусак для подводки воды. Ну, то есть, пара не будут контролировать. Подачу пара будут контролировать электродными манометрами. Габарит метр на метр. Высота 1100 до верха. То есть, крышку открыли. Откинули в сторону. На гидролифте как бы она стала, уперлась. Ну все, котлы готовы к работе.